сейчас возьмем. Так, ребятки, короче, мы поели на крыше, вон там у нас Инва отель. Там мы кушали на крыше, переоделись. И вот такая вот штука стоит $25. Она вас будет до самого заката катать. С утра, ну, с рассвета до заката. Вот сейчас посмотрим, возьмем лошадку, или если найдем тук-тук, тук-тук было бы клево. Так что, так, такой движняк. 30 тысяч, да? $25 это чуть больше 30 тысяч. На 1,6 умножь на 1600. Да, ну посмотрим. Так, идем, говорят, здесь прям можно арендовать все, что хочешь. И вот. Камбоджа, ё-моё. Идем исследовать все храмы. Идем. Ага. Так, ребятки, еще я, короче, штаники одел, потому что Маруся где-то вычитала, что как бы можно, но они не очень-то будут рады приветствовать это, если человек, если пацан даже в шортах. Так что я штаники одел. Смотрите, вот полицейские две стоят, какие красивые девочки, форма какая обалденная просто. Так, и мы идем. Маша ищет, куда нам идти. Мы решили 20 минут до первого храма пройтись, а там уже арендовывать что-то. Ну давай, выбирай. Вот это больше, мы в самый центральный, мы по ней ехали. Ну пошли по этой, потом мы уже ездили, здесь еще нет, идем. Нормально, идем здесь. Движняк, обалдеть. Вот мужчина полицейский стоит, тоже в такой форме. Девочка что-то продать активно хочет. Нет, спасибо. Thank you. Ё-моё, Марусь, арбузы, дыни огромные. Смотрите, какой опрятный полицейский. И у девочек реально форма красивая. Как у русских военных женщин. Обалденная форма, не то что у немцев. Что у пацана, что у девчонки одно и то же. Так. Какая прелесть. Идем. Покинули главную улочку и идем такой второстепенный, так сказать, на другую главную. И в сторону храма, как я уже до этого говорил. Блин, клево, реально, как в Камбодже. Прямо из тростника дом, ребятки, смотрите, он на сваях стоит. Обалдеть. Какой-то запах непонятный. Что, еще облепиха с чем-то, блин, а? Рыба с облепихой. Да. Нифига себе, динамик, как от граммофона такая хрень наверху на дереве. А что это такое? 1964 год. Не, ну у них язык, ребятки, я отвечаю вам. Какие-то кружочки. Знаете, когда зрение проверяют, там кружочек с вырезом сверху, снизу, справа, слева, между верхом и право. Там вот такие вот. Вот, вот таких вот полно кружочков и палочки какие-то, как в Тетрисе, короче. Вообще не в курсе. Аккуратно, уйди с дороги. На полдороги идешь, иди за мной или спереди меня, Марусь. Задавят. Красотища. Просто улочка, ребятки. Просто деревня. Сейчас 19 градусов на улице. И мы идем по Багану. И до 28 обещают. Время 9:30. Клево как. А, какие худые курочки. Пок, 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 пок. Куда ломанулся, как ящерицы. Смотрите, как эти птеродактили побежали. Ой, как их там зовут? Ну вы поняли, короче. Такие маленькие рапторы, вот, блин, птеродактиль. Птеродактиль это хрень, которая летает, это раптор. Вот побегли. Так, а мы дальше по улочке передвигаемся. Смотрите, как местные живут. Вот, просто сидят на лавочке, качают. Смотри, Марусь, они тут кролика замутили. Смотри, уточку разделывают, Марусь, смотри. Уточку здесь местные тоже на качельке, там ногти стригет. Здесь чаек наливают. Клево, как смотрите, все из тростника, дома полностью, стены, крыши, все. Обалдеть. Что-то у меня такое ощущение, Марусь, что здесь ни один турист никогда не ходил. Что-то нас вечно в какую-то занесет. Да нормальный человек не пойдет. И это клево, это мне нравится, ребят. Клево. Вон пацанчики сидят. Вон, они мофик чинят. Смотри, мелкие, блин, а детали перебирают. Здорово. О,
Вещи сушатся. Да, вот сумасшедший около машины. Ага, клево. Сейчас, лишь бы, хоть бы мы тук-тук нашли нафиг на весь день. Даже лошадку не хочу, хочу тук-тук. Смотрите, ребятки, песочек прям, реально, вот песок. Реально, как в деревне. Потому что... Что, идем так? Да, идем, идем, идем. Так, мотоциклисты. Вот тоже торгуются насчет лошади. Вот, мы там бы забомбились сзади и сидели бы, и ехали. Сейчас что-нибудь придумаем. Если не найдем тук-тук, реально придется лошадь брать. Лошадь все тоже хорошо, но, блин, она быстро не бегает. Она 18 километров надо по дороге все храмы объехать. Что, мэр, спросим? Они договорились? Не. Мы поехали. Пойдем к храму, там у храма много будет лошадей. Мы проезжали, там их штук 30 стояло. И там выберем себе лошадку. Вот, нет. Здесь все можно узнать. Короче, ребятки, у них у всех еще, что хотел сказать, у всех бирманцев, мужиков, зубы коричнево-оранжевые такие. Я думал, может, гнилые. Хрен, они все бетель точат. Я вот, мне Маша сказала, что такое бетель, я вообще не знал. Ну, табак жевательный. Они его прям вот, наш водила ехал, когда вчера рассказывал, что остановиться, давай покури или поешь. Он, не-не, он тормознул один раз, пошел себе, табака набрал и жевал его всю дорогу. Притом, как он его жевал, чавкая, блин, ну, у бабули этот, кабан Васька, блин, в этом, в сарае, не так чавкал, как этот пацан. Ну и вот, и сейчас иду по улице, и просто стоят, ну, люди, пацаны с мопедами, и все, и харкаются, как наши русские гопники. Так они кровью отхаркивают, я думаю, это что такое? Потом понял, блин, табак стоит, жует вот эта коричневая хрень, потом, фу, и прям реально сгусток такой кровавый, фу. Так, вот, и байки митуют. Не-не, спасибо. И байки можно арендовать, простые байки, можно, я думаю, самому, а хотя с машиной здесь проблема, вот тоже, да. Нигде не могли найти, и на форумах я вот тоже, Маруся говорит, не дают машину без водителя. Я вчера тоже давай искать, реально на форумах пишут, что машину без водителя, если ты найдешь через знакомого, чтобы арендовать машину, выйдет дороже, даже если ты с водителем возьмешь. Так что если хочешь арендовать машину, они дают с водителем, и проблем нет, водитель тебя будет катать, куда тебе надо, соответственно, все это за денежки. Так, а мы идем вон, чуть-чуть осталось до главного храма. Вот, ребятки, такой маленький храмчик. Так, ну что, прямо сейчас будет огромный, самый главный золотой храм. И решили с Марусей. Идем туда реально. Вот тук-тука нет, хватаем лошадь и едем дальше. Но до этого гуляем в этом храме обязательно. Ага, какая-то заброшенная штука. И вон, ребятки, кокосы наверху. Прям реально огромные кокосы. Все полностью вон там все пальмы увешаны кокосами. Да ладно. Так, идем. Так, ребятки, ну вот и пришли. Вот он, самый главный храм. Вон, видите, куполе золотое. Ух ты. Так, ну что, идем вовнутрь наслаждаться всей этой темой. Боже мой. Смотрите, просто по рынку босиком надо, ботинки с собой. Там везде песок, грязь, они все босиком ходят. И говорит, без... в ботинках нельзя. Так, ну идем посмотрим, что ж, ради чего я развивался, чтобы вот через эту всю грязь проходить. Так, а вот, видимо, главный вход. Так, в шортах нельзя, видишь, в ботинках нельзя, в носках даже нельзя, и плечи, чтобы открытые были, нельзя. Ну, как раз мы попадаем под эту категорию. Маруся даже леггинсы под низ шорт одела. Thank you. Что, смотри, вон марш слоники. Угу. Так, идем. Улыбающийся усатый. Будда это, да, тоже? Нет? Ну не, это какой-то, да, ехидная улыбка у него и у этого тоже. Вот, смотри, вот эти вот волки какие-то. Так. И реально босичком. Так. А здесь билет не надо покупать нигде? Нет, видимо. Читай. Пагода. Я пошел вовнутрь пагоды. А ты почитай пока, Марусь. Маша, а тут деньги. Ящики с деньгами. Просто ящики с деньгами все закидывают туда, видимо. Смотрите, какая красота. И вон тот старинный, недостроенный. Так, а мы идем вовнутрь. Ну, как, туда нельзя зайти? О, какая там женщина золотая внутри стоит. 15 век, бронзовая статуя. А почему, можно нам тоже на коврик, я думаю?
Ну, я пойду. Красотища какая. Ящики с деньгами, смотрите. Пятисотки, тысячки, пятидесятки, тысячки. Все, по-моему, двухсотки. И, короче, ребят, к нам подошла женщина и показывает нам вот эти маленькие, ну, листочек тонкий-тонкий золото. Говорит, хочешь купить, наклеить на Будду? Мы говорим, sorry, not my religion. И все. Ребятки, здесь вообще просто песочек, тут никто не убирается, ничего не гладко. Смотрите, я чуть-чуть прошел, пяточки мои уже темненькие стали. А зато какой кайф, ходишь тут со всеми наравне. Как говорится, если они в говно, и ты в говно наступаешь. Ёкарный бабай! Еще больше золота! Смотрите! А? Да, это было предхрамье, а вот это, боже ж мой! Так, идем. Какая красота! Да, было бы это настоящее золото, я бы отколол себе кусочек. Но, видимо, я больше чем уверен, когда-то это было действительно еще из золота. А сейчас просто, видите, вот красное дерево, его покрасили, как будто, ну, блин, традиция, все золото. Красота. А может, это позолоченная краска? Хрен его знает, все может быть. Кстати, ребятки, вот, апропо язык у них, видите, кругляшки и палочки от тетриса, видите, всякие вот. Смотрите, ну как так? Вот это язык. И попробуй выучи это же офигеть можно. Какой куполь, Марусь, смотри. Платить. Золото, золото, золото. Обходим активно это все с этой стороны. И идем дальше. Какая красота вокруг, а? Да прикиньте, более 4000 храмов. И не разрушен. Две мировые войны. И хоть бы хны. И это очень клево, что вот такое вот остается, блин. Знаете, о чем очень-очень сильно я жалею, что расфигачили Алеппо. Один из самых старых, или, по-моему, самый старый город в мире. И там просто архитектуру убивали. А я очень хотел туда попасть. Я хочу еще, надеюсь, все там урегулируется. А, поправочка, ребятки, не Алеппо, Дамаск. Вот, очень хочу в Дамаск. Смотрите, ребятки, какая красота, как это все на солнце. Обалдеть. Переливается золото, золото, еще больше золота. Я в шоке. Так, ребятки, покидаем этот храм. Вот, смотрим, раз колокольчик. И реально, ребятки, смотрите, сейчас по храму гуляли, вот то, что вот по такой дороге идешь, ноги мусорятся. А так, по сути, они не... Ну, сейчас песочек, а в храме, хоть и... Блин, ну, все равно ноги не мараются. Как бы песочек, он по-любому он есть. О, смотри, Марис, какая пагодка. О, там внутрь можно зайти, смотри, там кто-то золотой. Смотрите, какая красота отсюда. О, здесь Будда. Будда. Из золота. Ух, какая красота. Тут линолеум постелен. А вот эта досточка, чтобы молиться. Клево, смотри, как красиво, а? На голове несет арбуз, вся глина измазана, чтобы не обгореть. Застеснялась, бедненькая. Кайф какой. Картины сверху. Да. Thank you. Мне предложили дойти до реки, где там есть какие-то львиные ворота. Пошли. А потом уже обратно. Следующий храм дальше будет. Пойдем. Но мы сейчас пешком здесь все огуляем, я чувствую, они без лошади. Идем, еще один храм. До реки по-любому дойдем без этого. Ага. Монах стучит в колокольце дрыном, смотрите. Вон, и по-разному стучит, по разным местам колокола, и с разной силой. И заклинание читает, вон. Ну, как не заклинание, а как это называется, Маша? Молитва, вот. Так, красота. Так, а мы идем, выходим с этого храма, хотим выйти. Да. Надо было вон там в начале, и там выход был. О, крыска. Я вон, вот это я. Крысятина.
Петух, стрелец, смотри, рак, весы, дракон. Это кто с двумя листиками, Маша? Вот это. Это какой-то не водолей, а колосонос. Краб. Где? Вот весы. Где я видел? Вот. А вот они все сверху. Ух, красота. Ух ты. Я даже не знаю, как это назвать. Деньги туда кидают, смотрите. Это ад. Угу. Вон тигр сбоку. О, блин, все жрают. Смотри, буйвол. Вот и как вот этого зовут? Животное вот этого как зовут? Буйвол? Вот, ну вот это вот, ребятки, вот он, антилопа. Золотая, Маугли. Слон, Будда, красиво. Так, ребятки, нашли коняшек. Вон там они стоят под деревьями. Все, их там просто битком набито. Короче, сейчас ботинки обуваю. Подходит ко мне мужик и дает копейки. Говорит, копейки надо? Я такой просто не растерял. Ну, я такой в шоке, как бы, говорю, нет, не надо, на автомате. Потом понимаешь, что он меня на русском спросил. Он говорит, хорошая копейка, надо? Я говорю, нет, не надо. Он, не хочешь? Я говорю, не хочу. Он подходит, говорит, рубин, изумруд надо? И показывает там маленькие штучки такие, зеленые, красные камешки. Говорит, настоящие? Я говорю, нет, не надо. Он, точно? Я говорю, точно. И он говорит, окей, и ушел. Прикиньте, я в шоке. Я приехал в Бирму, чувак со мной на русском общается. Притом, теми словами, которые он выучил, конечно, не думаю, что он говорит по-русски. Ну, знает просто, что сказать. То же самое, как ведь я на турецком умею разговаривать. Я тоже знаю, что можно сказать, если меня кто-то обидит. Вот. Но не суть. Идем за лошадкой. Ну что, ребятки, коняшку за 22, что ли, доллара на весь день. Он говорит, нас весь день катает по всем храмам. А после того, как солнце зайдет, он нас отвезет в отель. Отлично. Сейчас мы едем, правда, в отель уже сейчас, потому что по храмам ходить везде разуваться надо. Я ботинки снимаю, одеваю шлепки. Не шлепки, а тапки. Какие тапки? Эти мои YouTube? Босоножки. А, да. Ой, блин, босоножки, шлепки. Все перепутал. Сандали, которые я купил, вот их одеваю, и мы едем по храмам. Наша машинка, ребятки, на сегодня за 23 доллара. Лево. Так, ребятушки, мы снова... О, спасибо. Спасибо. Мы снова в отеле. Короче, я запарился насчет лошади 22 евро. Какие? 18 евро 50 центов стоит лошадка. И я сейчас переодеваюсь в сандали, и мы едем. Убирается? А? Убирается? У нас, мы сказали, не надо убираться. Идем. Так. Водила говорит, куда? Маша говорит, у меня есть лист, я знаю, куда ехать, ты главное рули. Вот. И назвала ему, он говорит, да, отлично, все. А этот, Маша говорит, это в конце, он говорит, да, я хотел посоветовать в конце, потому что там по пути, Маша говорит. Значит так, и едем, вот. Я переобулся, теперь просто будет заходить в храм, просто растянул сандали, выложили кофты, потому что до темноты он нас все равно привезет в отель, а там мы уже переоденемся. То есть, как солнце зайдет, мы сразу в отель, кофты, чтобы зря не таскать с собой, едем. Какая аллея из деревьев. Знаешь, что мне здесь не хватает, чтобы в Камбодже мы видели? Обезьяны. В Камбодже обезьяны везде через дорогу бегали, а здесь пока их не видно. Может, тоже есть? Может. Ну, блин, но в Камбодже они и в городе лазят. А здесь собаки только бездомные по городу бегают. Так, вот мы, ребятки, и прибыли к храму Губ-Як-Джи. Вот так вот он выглядит. Старинный. Смотрите, вот так. И идем вовнутрь. Разуваемся. Ехали. Ребятки, у меня дежавю, как в Камбодже. Заходишь, везде ковры. Национальные куклы их. Бирманские. Реально, дежавю, как в Камбодже, точно, вспоминаю. Заходишь, и везде ковры, ковры, ковры. И сейчас мужика спрашиваем, есть у вас обезьяны? Где обезьяны? Он говорит, нет, обезьян нет. Я говорю, твоя страна, она как Камбоджа. Вижу, снимать там нельзя. Твоя страна, она, говорю, как Камбоджа, только отличается... Здесь нет, здесь собаки, обезьян нет. Так, внутри снимать нельзя, я этого делать не буду. Иду, а потом расскажу, что я видел.
Так, вот он, ребятушки. Мы его, короче, с той стороны обошли. Его сзади обходить не будем по песку. С этой стороны обошли, с той стороны обошли. И действительно, вот смотрите, как красиво. Барельефчик вон еле видать. Он уже облез, барельеф, под кирпич. А сверху была живопись какая-то, она облезла. Внутри почему фотографировать нельзя, как в церквях, знаете, в этих или в древних пещерных этих... где люди древние жили. С потолка вот так уж штукатурка такая облазит. Вот они говорят из-за вспышки. Вот, ребятки. Короче, такая тема. И пол храма закрыто, внутри дальше идти нельзя. Написано, что для вашей же безопасности, потому что он может развалиться, лучше туда не ходить. Потому что больше 1500 лет этим храмом. Идем на выход, в нашу лошадку, и едем в следующий. Ага. Откуда они смотрели в заказ? Да. Короче, едем в храм Булетти. Булетти, да? Это где мы когда были на шарах, люди от него смотрели рассвет. Как Сережа, как всегда, неудачно пошутил, шарики для нищебродов. Вот. Шутка. Опять в очередной раз. Но в любом случае, мы едем на этот Булетти, а потом на Сулеймани. Вот, таков план. И мы все едем, ребятки, слева, справа, маленькие ступы, пагоды, просто везде храмы, куда ни глянь. Вот, смотрите, вот сейчас будем проезжать, я буду показывать. И, кстати, обратите внимание на лошадку, она такая у нас холеная, вообще клевая такая, смотрите, упитыванная, аж блестит вся, за ней хорошо ухаживает, видимо, хозяин. И вот, вот храм, видите, вдоль дороги, вот так вот и едем, вот просто ступа стоит. Маш, там надгробная плита. Может, это как мавзолей? Как вариант. Поэтому их так много, 4000. Так вот, ребятки, он ее не бьет. У него есть прутик, он ее просто так шлеп, шлеп. И все. Вот это мне нравится. А то видел я такие, которые, я не знаю, на слонах катаются, на лошадях. Они их просто секут, как коз, я отвечаю. Вот такую я бы не хотел с таким водителем ехать. Как в русской глубинке, блин, ребятки, только с пальмами. Я вот себя прям Ломоносовым ощущаю, прям еду в Москву универ открывать. Смотрите, как. Вот видишь, Марусь, надгробная плита, это мавзолей, да, вон, вон там Будда внутри сидит. Я думаю, это мавзолей. Ступас, as is said. Are they temples or they just like... Граб. For the funeral grab. Yeah. Ступа is grab, this is grab. No? Right? For dead people. Oh, yeah, because no everywhere have a вон Булетта. Короче, узнали, ребятки, в ступе нет мертвых людей. Он сказал, не-не-не-не-не. Там есть только Будда. Вот. В ступе только Будда. Клево, едем. Четыре края, да? Ага. Да ладно. Ух ты, это кто говорил? Летчик у нас. Да. А. Вот, ребятки, мы прибыли. Окей? Я окей. Что Маруся мне сейчас рассказала. Смотрите, видите, ступа, она четырехугольная, потому что... Маруся лошадку гладит. Потому что они верят, что... Ну, как не верят, а по их... вере... у Будды было 4 пришествия. И когда мы летали на воздушном шарике, наш пристрелец водила, он сказал, что... Показал Марусе, я не видел, не слышал. Есть одна пятиугольная ступа, и народ верит, что будет 5-е пришествие Будды. Представляете? Клево, Марусь, мы вот сейчас вот этим ступенькам наверх. Кайф какой я! Ой-ой-ой, смотри. Ой, ребятки, конечно, смогу, я в Мачу-Пикчу лазил. Ну, до операции сейчас залезу. Клево. Смотрите, ребятки, мужичок как спускается. Ё-моё. Все, ребятки, наверх, куда еще не ступала нога Сережки. Как сказал, да? Думали, сейчас человека я скажу, ага. Красотища какая, Марусь. Смотрите, ступеньки, чтобы понимали, куда идем. Ё-моё. Красотища какая. Я вижу. Ой-ё.
Да. Не, нормально. Ух, боже ж мой. Нет, я еще выше хочу. Кайф. Вон наша лошадка в тени стоит. Вон, видите, вон травку точит. Клево. Так, ребятки, обходим ее. Вот тут. Тупо. Кружком. Смотрите, какая красота. И вон сейчас мы... Маша, вот она, Сулеймани. Вот сейчас я думал, вон та. Мы вот сюда поедем. Ух. Наш водитель сказал, да, почему он, ну, Шариков, почему она у него любимая, потому что он говорит, она очень нереально красивая внутри. Очень нереально. Ну, вы поняли, да? Извиняюсь за тавтологию, но идем. Так. Ребятки, теперь этот, похоже, на миссию невыполнимо. Так вот, бочком, бочком, бочком. Камни, кстати. Блин, даже... Камни теплые, горячие просто. Видите, вот здесь можно наступить, и вот камушек, он уже отваливается. Ага. Сейчас, сейчас, я иду, иду. Сейчас. Фу, красота какая, ребятки, просто. Вообще огонь. Огонь. Так. Прелесть. В Камбодже, кстати. Маша, в Камбодже мы же обутыми гуляли по этим. Да, в Камбодже не разувались, а здесь вот песок прям. Почему там? А, да, здесь нельзя спустить. Ну, можно, но ну, нафиг. Пошли спереди. Идем. Красотища. Че, покидаем этот храм и едем в Сулеймани. Смотрите, какой вид обалденный. Как говорится, танки грязи не боятся. Ребятки, мы через поле. Вон туда там башня. Другая. Ма. Красотища. Лошади перекликиваются. Видимо, знают друг друга. Прям его-го делали несколько раз. Так, а вот здесь, Марусь, арбуза нет, но есть кокосы везде. Вот он, Сулеймани. Идем вовнутрь. Ребятушки, видите, вот это вот сверху красное. Там была такая вот еще пипочка такая, кверху. А недавно тут было землетрясение и разнесло. И поэтому вот, видите, все в лесах вот сделано. Ну, короче, пострадал сильно храм, один из самых больших и старинных здесь. Сулеймани называется. Я уже в предвкушении. Да ладно. Красота какая. Обалдеть. Сулеймани. 1183 год. Представляете, какая красота. Вот этой штуке так больно идти, а он по белому мрамору вообще просто так приятно. Красиво как. Золотой Будда. Красота. Воробьи прям на нем сидят, Марусь, смотри. На нем прям воробьи сидят. Обалдеть. Там вот за ушами, вот здесь и вот здесь птички гнезда свили. Маш, смотри, вон они на стене просто сидят. А вон прям гнезда у него там внутри, за головой. Так, а мы что-то все отсюда выходим. Давай сюда пойдем. Я надеюсь, сейчас землетрясения не будет. Смотри, барельефы старые. Красота. Такие, как у меня, штаны купишь? Ну, они клевые, я еще одни возьму, ага. Удобнее в них или что? В леггинсах жарко. Угу. О, в этих красивые, вообще просто прелесть. Сейчас купим, здесь на рынке же продают. Хорошо. Так, идем. Будда, Будда, везде Будда. Я уже говорил, ребятки, если бы я принимал сам какую-либо религию, я выбрал бы буддизм. А, да, ух. Красивый рост. Вот, посмотри здесь. Вот, Будда, да, и змеи. Ой, что-то здесь много, смотри сильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 13 штук. Ой, Будда, красавец. Вам видно, ребятки, что накидка шевелится? Я стою на фотоаппарат, фотографирую, и у меня Будда начинает шевелиться. Я чуть в штаны не наэтовал. А потом смотрю вне объектива, блин, это просто ветерком накидка. Я думал, она же так цельная и как бы золото.
Вот еще, а тут мало видно барельефы. О, здесь наверх. Где? О, ох ты, Будда нарисована, ага. Слоники. Марусь, мы наверх пойдем? А можно? А там чуть-чуть, посмотри. Зайди, посмотри, что там есть. Я здесь снизу, тебя сфоткаю потом. Идем. Так, ребятки, и мы обошли ее снова. И... Что-то мы заблудились, походу. Где мы? Маш, надо... Вот, птичка, смотри, сидит, гнездо там свила. Пошли искать выход. Ну нафиг, что-то мы уже какой круг наяриваем. Вот Будда сидит. Идем ищем выход. Тоже закупорено. Блин, ребятки, она огромная. Кажется, вот уже за поворотом. Нет. Мы думали, да заблудились. Нет, мы все прямо шли. Вот только сейчас пришли до выхода. Я уже думал, уже должен был быть выход. Вот он, правильно. Красотища. Так вот она, ребятки, еще и снаружи выглядит. Смотрите, какие барельефы. Какая красота. А вот это вот, видите, все кирпич. Вот сейчас я ближе подойду, покажу. Вот, смотрите. А это штукатурка еще, которая кирпич облицовывала. Просто цемент какой-то. Ну, глина, может быть, я не знаю. И с узорами какими-то. А потом со временем они... Вот видите, вот здесь вот еще осталось. Вон там стена. А потом она попадала, и остался кирпич снизу. Красотища какая. Пацанчики тянут канаты. Вот на лебедке кирпичи спускаются вниз. То, что разрушили... Или вверх поднимали. Нет, вниз спустили. То, что разрушен храм. Смотрите, гирюс. Все из бамбука. То, что из-за землетрясения. Вон они, Маша, сверху. А, они убирают, а потом будут достраивать, чтобы вообще не попадало. Обалдеть. Так, сейчас вон нагрузят. Смотри, там еще идет. Лебедка пошла вниз. Вон, остановили. Пошел цемент, ребятки. Мешки с цементом. Кирпичи вниз, мешки с цементом наверх. Будут все это заделывать. Вон, пошли. Лебедка реально от дерева. И вон три пацана туда тащат. Сначала туда оттащили, теперь сюда оттащили. Апропо кран, ребятки, как египтяне это все строили. Посмотрите, как бирманцы все строят. Можно прикинуть, как египтяне все без кранов строили. Вот тут сразу, видите, песок, вода, сразу вон целый этот бассейн. Бамбук для гирюстов, для лесов. Все, короче, сразу берут, все и замазывают. И чтобы дальше, не дай бог, еще одно землетрясение здесь было. Все заделывают, чтобы стояло дальше на века. Нифига себе, блин, почти 900 лет простояло. Без буквально каких-то там 15 лет. Да, будет вот... Я не знаю, какая там дата была. 38-й какой-то год, по-моему, что ли. Ну, осталось там буквально 2 десятка лет. И будет 900 лет, как этому храму. Представляете? Ребятки, мрамор – это офигенная тема. Он такой ледяной. Вот мост, где мы вчера были. Ага, красотища. И закат. Мрамор ледяной. Даже если солнце на него фигачит, ему пофиг. Так, а мы идем в нашу машинку. Сначала штаны Маши купим, а потом к лошадке. Смотрите, ребятки, группа из людей. Вон там 5, 6, 7. И здесь пятеро. Все одинаково одеты. У всех одинаковые штаны и одинаковые вышиванки. И у всех одинаковая рука в этой хне. Клево. Прям. Выбирай любой. Бери, покупай. Наша лошадка там кричит. Вот, смотри, вот дофига штанов. Выбирай. Вот так вот, ребятки, смотрю, вспоминался немножко, у меня что-то спина болит, отвечаю, как вы сидите, вот я два часа, час был, кого, 20 минут посидел, у меня спина болит, а прикиньте, ему весь день работать, зафигеть можно. Так, ну что, едем в другой темпель и увидимся уже, вон, покидаем Сулеймани. Я думаю, увидимся мы, ребятки, уже в другом выпуске, потому что тут дофига что-то получится. Опять большие сильно. Ставим лайки, подписываемся на канал, комментируем активно. И увидимся в следующем выпуске. Все здесь же. Дальше будет еще лучший храм.